Мы всем мира и добра. Ромал, произошла такая ситуация. Бабушка какое-то время понянчилась с маленьким грудным ребенком. Вот. А к вечеру повезла на машине отдать дочери этого ребенка. Но получилось так, что она попала в аварию. Авария была очень серьезная, до того, что машина перевернулась несколько раз и осталась вот так вот кверх колесами. Эта женщина сразу насмерть. Но произошло, Румалы, Господне чудо. Этот младенец вылетел через окно и оказался на веточках деревьев. И эти веточки удерживали этого ребенка. Его заметили только чуть позже, пока этот ребенок не закричал, не дал о себе знать. Ромал, это действительно чудо Божье, что в той аварии невозможно было никому выжить, кто бы был в машине, все насмерть. Но это действительно Господнее чудо, это свидетельство людей о том, что Господь есть, что Господь сохранил. Господь вытащил своими руками этого ребенка и на веточке деревьев оставил. Его там только заметили, сняли, отдали родственникам. Это слава Господу Богу, великая слава за это чудо, что Господь сохранил ребенка. И здесь же большая трагедия, то, что женщина разбилась насмерть. Родственники, родной брат ее обращается к нам с вами. Мои братья, мои сестры, помогите, пожалуйста, предать земле эту сестру, эту женщину. Поэтому, Ромал, мы к этому и обращаюсь. Пожалуйста, я понимаю, что очень много обращений, но мы стараемся брать уже где экстренные случаи. Я вас убедительно прошу, досмотрите это видео. Давайте все поможем. Карта будет только украинская, ихняя карта. Но может туда отправить и Казахстан, и Европа. Все страны могут, кроме России. Остальные страны могут сбросить на эту карту. Пожалуйста, я вас убедительно прошу. Давайте все поможем предать земле эту женщину. Явыль Бахталов.